Всем привет, я Максим Устренко, победил сегодня в проходном прыжке. На самом деле результат доволен, потому что надо уметь радоваться любому результату. Готовился к чемпионату в спокойном режиме, точнее к зимнему сезону готовились в спокойном режиме, особо не форсировали, потому что были свои причины, и поэтому каких-то грандиозных и далеких прыжков я от себя не ожидал, но вот сегодняшний результат 16:48 на самом деле неплохой для меня. То есть я видел, что я мог и дальше прыгать, но как получилось, так получилось. Будем дальше готовиться к Кубку страны. Ну как готовиться, просто поддерживать форму, вот и все. Поэтому я рад, что попрыгал в Могилеве, всех порадовал. Спасибо тренеру, и мама пришла поддержать. Всем спасибо, всем привет, до свидания.